Здравствуйте. Вот я сейчас как раз нахожусь в стоматологии, доктор Туз. Вот. Вот довольные посетители. Вьетнамские, да, здесь действительно есть один доктор, который говорит на русском языке. Вот. Но если вас интересуют какие-то серьезные вопросы там с протезированием и так далее, в принципе, здесь очень хорошие доктора англоязычные. И показывать, как говорится, не буду. Вас надо показывать или лучше не надо? Лучше не надо. Я поняла, но тем не менее, вот российские туристы. Вот главный врач. Доктор Лок. Окей. Thank you. Вот главный врач, доктор Лок. Это хозяин этой клиники. Вот, собственно говоря, прекрасная стоматология и оборудование. Очень много японского оборудования, очень много импортных материалов. Вот. В принципе, здесь. Эта клиника на туристов не сильно рассчитана. Она рассчитана такая интернациональная. Вот. Интернациональный язык общения английский. Если вас нужно записать, никакой проблемы, напишите в личку. Вот, напишите в личку и запишу. Если я записываю, я подойду и помогу с переводом.